Вот такой необычный рецепт будут выписывать теперь жителям региона. Здесь перечислены жалобы, которые все чаще возникают у многих. Неизвестная клиника пытается решить ваши проблемы со здоровьем, банковская карта вдруг оказывается заблокирована, внук или сын попадают в беду и просят перечислить им деньги. Диагноз во всех этих случаях один. Мошенники пытаются выманить ваши средства. Памятку специально для медучреждений разработали полицейские совместно с Минздравом. Первыми необычные листовки получили сегодня пациенты областного гериатрического центра. Там проходят обследование и лечение пожилые люди. Именно они из-за своей доверчивости зачастую становятся жертвами преступников. Всего же ежедневно в полицию обращаются от 2 до 10 жителей региона, попавшихся на удочку мошенников. Примерно в половине случаев злоумышленники выманивают средства с помощью интернета под видом оказания различных услуг, купли-продажи товаров. Треть преступлений совершается посредством СМС-рассылок. Полиция в целом в ближайшее время посетит все без исключения медицинские учреждения. Нами изготовлено свыше 50 тысяч листовок, плакатов. И люди, ежедневно посещая, пользуясь медицинскими услугами, будут получать какую-то предупредительную важную информацию о своей личной безопасности. И мы уверены, что, возможно, многим это будет полезно.